На омском велотреке прошел Кубок России по велоспорту. За медали чемпионата России боролись мужчины и женщины. А среди юниоров выявляли сильнейших в рамках первенства Омской области. Вопрос конкуренции стоял не в количественном отношении, а скорее в качественном. По своим причинам на омские соревнования не смогли приехать представители многих городов. А вот команда из Республики Крым впервые обкатывала омский трек. Хороший трек. Немножко висковатый. Я так думаю, что это из-за того, что новое полотно еще не обкатанное достаточно. Ну, так, по результатам хотелось бы лучше, но будем стараться. Омичи показали высокие результаты почти во всех видах соревновательной программы. Среди девушек в скретче быстрее всех оказалась Мария Иванцова. У юношей Никита Колганов. В спринте серебро выиграла Анастасия Стародубцева. В гонке преследования сильнее всех оказались Николай Денисов и Никита Киржайкин. Некоторые спортсмены уверены, что на результат повлияло несколько факторов, в их числе и условия соревнований. Воздух стал более разряженный, легче едется, позволило скорость развивать до 52 км в час. В середине сезона для нас это хорошо. Свое мастерство в очередной раз в категории спринт подтвердил Валентин Савицкий. Но и спортсмены из других городов не остались без наград. Трек, конечно, отличный, не ожидали, что будет такого уровня. Вот, на качестве еще довольно-таки новый, то есть, ну, трек очень понравился. Но что касается проведения соревнований, тоже все отлично. Правда, народу может не очень много, но конкуренции, в принципе, хватает. Это ваш местный Савицкий, братья, вот местные. То есть, ну, есть куда стремиться, то есть, ну, всем довольны. Приехали с отличным настроением с международной гонки в городе Майкопе, Республика Адыгея. За выигрышем, конечно же. Приехали, все удачненько сложилось, все заезды выиграли. Отметим, что по итогам соревнования омичи завоевали 14 наград, из которых 4 золота, 6 серебряных и 4 бронзовые.